За более чем столетнюю историю волейбола его правила не раз серьезно менялись. Например, когда-то количество игроков на площадке не ограничивалось, как и максимально допустимое число ударов по мячу на своей половине. Даже многократное касание по нему одним игроком было в порядке вещей. Сегодня же волейбол – игра высоких скоростей и больших высот. Идут соревнования по волейболу. Собираются много отличных команд, которые готовы сражаться и побеждать. И побеждают, как всегда, сильнейшие. Чем чаще мы ездим на соревнования, тем больше у нас азарт и больше хочется играть и ездить. Организаторы турнира постарались на славу. Даже на небольшом региональном турнире ребят ожидало изобилие призов. Кубки, медали, грамоты и новенькие волейбольные мячи. Плюс питание для всех детей. Наша главная задача заключается в том, чтобы дети после школы не бросили играть в волейбол, продолжили играть уже за свои вузы, а после того, как уже и закончат вуз, прославляли свою республику уже во взрослой команде. По итогам соревнований первое место заняли девушки из Черкесска и юноши из Зеленчукского района. Серебро досталось командам из Хабеза. Бронзу разделили девушки из Прикубанского и юноши из Усть-Джигутинского районов. Радмир Хасанов, Айвар Барануков, Архыз 24.